В Ульяновске успешно работает центр «Мир без границ», где помогают детям с синдромом Дауна. Центром руководит успешная молодая и красивая женщина Христина Симакина, которая создала его с нуля. А еще она мама особенного ребенка с синдромом Дауна. 4 года назад, после рождения сына Кирилла, она не сдалась и не отчаялась, создала этот центр для семей с похожими историями. Мысли о создании центра у Христины возникли не сразу. Сначала появился чат родителей, в семьях которых есть дети с синдромом Дауна. Схожие истории объединили их. Мамы и папы с солнечными детьми искали специалистов с навыками и квалификацией, которые помогли бы их малышам развиваться быстрее. В Ульяновске таких специалистов было мало. Поэтому Христина и еще несколько неравнодушных родителей решили сами создать центр помощи особенным детям. Когда мы начали объединяться с родителями, общаться, больше, мы поняли, и что есть потребность в том, чтобы организовать такой специализированный центр. Так как в других городах, в крупных городах в основном такие центры уже были, мы решили просто перенять эту практику и создать такой центр в Ульяновске. Создать такой центр с нуля было непросто. На встречу активным родителям пошла городская власть. На 10 лет бесплатно выделив помещение с отдельным входом в железнодорожном районе. Ремонт родители делали своими силами. Сегодня в центре «Я не лишний» бесплатно занимаются более 40 детей с синдромом Дауна. У нас здесь проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия с различными специалистами. Это сенсорная интеграция, дефектология, логопедия, и музыкальная терапия, танцевальная терапия, специально адаптивная йога. То есть мы здесь открыли и развиваем те направления, которых нет в городе. Центр «Я не лишний» помогает не только солнечным детям, но и их мамам справиться со стрессом, укрепить здоровье, получить специальные навыки развития своих особенных дочек и сыночков. Мы стараемся организовывать для них различные семинары образовательные, различные тренинги. То есть на них мы рассказываем о том, как правильно развивать детей в домашней среде. Мы общаемся, мы дружим, мы стараемся делиться информацией, помогать друг другу. Вот, и на базе, так скажем, этого центра, и на базе нашей организации, вот мы такое объединяющее звено для всех родителей, воспитывающих таких детей в Ульяновске. До рождения сына Христина работала в продажах и никогда не думала, что станет успешным руководителем развивающего центра. Но судьба распорядилась иначе. Она нашла свое призвание в том, чтобы помогать другим, помогать своему ребенку. Я, несомненно, нашла себя, и, честно говоря, когда-то давно я думала о том, что мне бы хотелось очень заниматься какой-то социальной деятельностью, какой-то благотворительностью. Я не совсем понимала, как я это буду делать и вообще реализуется ли это в моей жизни. Сегодня Христина Симакина не стоит на месте, постоянно развивается и обучается. Восстанавливаться и восполнять ресурсы ей помогают близкие люди, муж, друзья и своевременный отдых. Для меня это занятие спортом, для меня это йога, для меня это прогулки, ну и вот какие-то, я не знаю, может быть, отвлеченные вещи, которые связаны с, опять же, с новой информацией, с работой, с психологами, с коучами. Занятия в центре проводят опытные педагоги, каждый из которых постоянно повышает свою квалификацию. Преподаватели хорошо знают специфику работы с солнечными детьми, ведь многие из них – сами родители детей с синдромом Дауна. Моему сыну уже 12 лет, и, как вот мне кажется, реально за последние 2 года, как мы стали ходить сюда, к специалисту по сенсорной интеграции, тоже к другим логопедам-дефектологам, на групповые занятия, по музыкальной терапии, по танцевальной, на йогу, он действительно стал получать комплексную, качественную, индивидуальную, ориентированную помощь. И у него действительно пошел большой прогресс. Мария Кротова приводит сюда свою 4-летнюю дочь с самого открытия и замечает позитивные перемены. Благодаря центру молодая мама получила возможность заниматься спортом и лучше понимать своего ребенка. Центр объединяет нас, мам, с детьми, с особенными детками, плюс возможность специалистам тесно контактировать. Некоторые из наших специалистов имеют таких же деток, и это позволяет им лучше понимать, кроме того, что они профессионалы в своем деле, это помогает им лучше понимать наших детей. 2-летний Сашенька – 8-й ребенок в семье Елены Ковалевой. Семья живет дружно. Старшие дети помогают маме присматривать за младшими. Отец семейства делает все, чтобы дать каждому ребенку в семье максимум заботы и поддержки. Ребенок у нас начинает обучаться потихоньку, то есть он знает цвета, начинает узнавать. Большое, маленькое и так далее. То есть занятия, конечно, у нас очень сильно влияют на развитие ребенка. Мы еще ходим на интеграцию, то есть это вот
Получается, что ощущение себя в пространстве, он тоже стал лучше ходить, стал спускаться по лесенке, подниматься по лесенке. Сегодня центр «Мир без границ» существует на благотворительную помощь бизнеса, средства федеральных грантов. У Христины Семакиной большие планы. В будущем эта сильная и успешная мама планирует помогать детям не только с синдромом Дауна, но и с другими диагнозами. Итак, посетив ресурсный центр «Мир без границ», мы убедились в том, что в этом мире нет ничего невозможного. И даже столкнувшись со сложной жизненной ситуацией, можно продолжать быть счастливыми, успешными и помогать другим людям.